1 февраля в зале городского собрания сил Ламяя прошла рабочая встреча руководителей города вместе с департаментом спасателей. В рамках беседы обсудили ряд важных вопросов касаемо безопасности жителей, новых мест для укрытия, ситуации с выходом на лед, проверки муниципальных квартир, совместных проектах и прочие вопросы. Комментарий вице-мэра сил Ламяя Алексея Степанова после встречи. Сегодня у нас состоялась первая встреча в этом году с руководителем местной спасательной команды. И мы обсуждаем актуальные темы и совместные проекты, которые мы могли бы реализовать. Со стороны города мы поднимали такую тему, как опасность выхода на лед в зимний период. И также обратили внимание на то, что в городе есть заброшенные здания, где могут беспрепятственно играть дети и подвергаться опасности тем самым. Со стороны спасательного департамента был поднят ряд тем, участие в совместных проектах. Одним из таких проектов является приведение домов в порядок по части пожаробезопасности. И это уже не первый год, где город сил Ламяя участвует. Мы выбираем квартиры, которые подходят под этот проект, и делаем там соответствующие работы. Например, меняем электропроводку. И это поддерживается со стороны государства. Также мы обсудили момент, что в городе может быть больше мест укрытия в случае каких-то кризисных ситуаций. Сегодня в городе два таких места – это школа Каннука и Дом культуры КЕС-24. Пястамент предложил различные варианты, где бы еще такие места могли бы находиться, и не только в учреждениях города или государственных учреждениях, но и в квартирных товариществах, у которых есть большие подвалы. Работа с квартирами-товариществами будет проведена. Также мы говорили о том, что нужно обучать население, тех же представителей квартирных товариществ, на случай кризисных ситуаций. Что делать, если прервется подача электроэнергии или тепловой энергии? И такое обучение будет организовано. Сейчас спасательный департамент выбирает дату и время. И будут привлечены разные специалисты, то есть это предоставители сетевых услуг, это электроэнергия, отопление, возможно, представитель Кредекс, какие возможности у домов есть, и представитель города, и Пястамент. То есть будет совместная работа проведена, и обучение организовано для преимущественно квартирных товариществ, что делать. И обсуждали ряд других вопросов. У нас такая есть традиция, что раз в квартал мы будем встречаться, и следующую встречу запланировали на май месяц. Так что будем работать. Комментарий начальника сил Ламяйской спасательной команды Николая Пыльт. По его словам, очень важно, что между департаментом спасателей и местным самоуправлением есть контакт и взаимопонимание. Täna meil toimus kohtumine koos Sillamäe linnavalitsuse juhtkonnaga. Need kohtumised meil on kvartaalselt, on kokku lepitud, et iga kvartal me kohtume ja räägime kõigi sellistest asjadest, mis nagu puudutavad linna, puudutavad linna elanike ja mis vajavad nagu mingid lahendust. Täna siis põhiteemad olid siis aktiivsemate kogukonna elanike koolitus, mida me plaanime ära teha see aasta. Siis järgmine teema, mida me siin arutasime, oli varjumiskohad Sillamäe linnas. Et hetkel meil on kaks varjumiskohta, aga me kindlasti loome neid juurde, et vaatame pinnad üle ja need, mis sobivad, me siis plaanime neid ka märgistada. Lisaks rääkisime ka teemadel, mis puudutavad kodutuluohutuks projekti, et hetkel selline projekt käib, on välja valitud kodud, mida hakkame koos sotsiaalvaldkonnaga korda tegema. Ja siis on mingid väiksemad teemad, mis puudutavad siis tuletõrjehüdrante, siis paadislippe ja erinevad muud sellised teemad, mis meil nagu on plaanis kas ära teha või siis kaardistada. Следите за последними новостями вместе с командой ESN TV.